Павел Иванович, лева! Павел Иванович, лева! 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 Ба-ба-ба! Поцелуй меня, Титика! Душа смерти, люблю тебя! Возьмите барана! Вы думали диету лечить голодом? Это все доктора немцы, да французы! Я бы не перебежал за это. Отведайте щи мой чистого сердца. Лева, Павел Иванович! Лева, Павел Иванович! Лева, 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 ура! Всякого рода мест. Лева, Павел Иванович! Лева, Павел Иванович! Лева, лева, лева! Не шути, спроси, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков? Чичиков, ей-богу, Чичиков! Я гадостей не стану есть, мне лягушку хоть сахара облепи, не возьму я в рот. А вы ничего не кушаете, вы очень мало всякий. Разговор лучше всякого, лучше всякого блюда. Вещаешь, как брать дороги везде, бархатные, и те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы, достойны большой похвалы. Послушайте, Павел Иванович, тихонько, смерти ли? Не могу, вы попробуйте, не взойдет, нет места. Вы попробуйте, да потом скажете, не могу. Нет места. Да ведь и в церкви не было места, взошел городнищий, нашлось. Вы отведайте бараньего желудка, скажи, скажи, или редьку взваренную, меду, меду. Кулебяку на четыре угла щеки, от сетра до вязики. Матера, лучшие пива, не ваша. Денец твоя, жизнь красная. Ну вот бараний бог, скажи, да печенки, слугам, слугам, да молоки сладкие, да мозги, мозги. Света звездочка, стяточки, грудочки, репушка, да спиной сычок. Нет, ушалительный Павел. Я сыкона, сыра, сыра, я газ, я не крепаюсь, не трясешь, я просвальна, не лежа, 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 не леж
водки, царской водки, да сырышки, Новый год покушать, и Павел Иванович, Павел Иванович, покушать, и Павел Иванович, покушайте, 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 покушайте. Я, Павел Иванович, я, Павел Иванович, я, Павел Иванович, я, Павел Иванович, я, Павел родственниками, но с другой стороны, так сказать, и для самого себя. Потому что точно увидит свет коловращение людей, не говоря уже о пользе геморроидальном отношении. Есть, так сказать, живая книга, та же наука, та же наука. Майский день, майский день, майский день, майский день. А как вам показался наш город? Очень-очень хороший город. А как нашли нашего губернатора? Препочтеннейший человек, прелюбезнейший человек, а как пошел свою должность, как понимает ее, нужно желать побольше таких людей. А вице-губернатор не правда ли, милый человек? Очень, 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 очень достойный.
громкого имени не имею, ни даже ранга заметного. Вы все имеете, все имеете, даже еще более. Позвольте одну просьбу. Я хотел бы купить крестьян. Не то, чтоб совершенно крестьян. Я желаю иметь я. Которые вы, впрочем, значились так живые. Мне кажется, вы затрудняетесь. Я? Нет, я не то. Я не могу постичь. Извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования. А вы изволили так выразиться для красоты слога. Нет, 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 я разумею, нет души, которые точно уж умерли. Но не будет ли это негуция, не соответствующая видам России? Напротив, казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины. Закон! Я не имею пред законом! Так вы полагаете? Я полагаю, это будет хорошо, хорошо. Если хорошо, другое дело. Я против этого. Ничего. Дружба, дружба,
мертвые души. Плохо играете. Давненько не брал я в руки шах. Знаем мы вас, как вы плохо играете. А вы
давненько не брал я в руки шар. И меня-то отпусти. Не пущу. Жена будет сердиться. Пустяки, брат, не пущу и не думай. Не обижай меня, друг мой, право поеду. Пустяки, пустяки, мы соорудим сию же минуту банчишку. Брат сам, а я не могу. Жена будет в большой претензии. Право нужно, брат, нужно доставить ей удовольствие. Рассказать о ярмарке. Но ее жена... Важное в самом деле дело станете делать вместе. Довольно, если в 50... Что за куш 50? Что за куш 50? Что за куш 50? Я отключу у тебя щенка, но шерсть стоит вверх, щетина! Просто мороз под кожей продирается. Да зачем? Я не охотник. Так купи у меня шарманку. Да зачем? Ведь я не немец. Эх, ты права! Сейчас видно, что двуличный человек. Что ж ты бронишь меня? Давненько не брал я в руки шашек. Знаем мы вас, как вы плохо играете. Давненько не брал я в руки шашек. Знаем мы вас, как вы плохо играете. Yeah.
Давненько не брал я в руку. Это, брат, что? Отсади-ка ее назад. Кому? Да шашку-то. Какую? Нет, нет. С тобой нет никакой возможности играть, этак не ходят по три шашки в трот. Отчего же по три это по ошибке? Одна подвинулась сечами, я ее отодвину и спать. А другая откуда взялась? Какая другая? А вот это что пробирается в танки? Вот тебе на! Будь ты не помнишь. Ей место в банке! Как? Где место? Да ты, брат, сочинитель! Нет, это ты сочинитель, да только неудачно! Согрошный, видимо, читаешь, стану я разве путовать! Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор больше никогда не буду! Нет, ты не можешь отказаться, игра начата! Я имею право отказаться, потому что ты играешь не как прилично честного человека. Я же Фитюк с собой никак нельзя говорить, как с человеком близким. Никакого приманущей неискренности. Ты должен кончить партию. Все ходы, помни все ходы. Я заставлю тебя играть. Нет, дело кончено. Я с тобой не стану играть. Так ты не хочешь играть. Я хочу. 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 Так ты не хочешь оканчивать партии. Отвечай, ну, привык. Значит, ты хочешь оканчивать партии. Я помню все ходы. Я заставлю тебя играть. Нет, дело кончено. Я с тобой не стану играть. Так ты не хочешь играть, я хочу. 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 Эй, Порфирий, эй, Павлушка! Серепав, Петрушка! Эй, Порфирий, Серепав, Павлушка! Ты лучше человеку не доесть, а коня ты тоже накорми, потому что коню не дает. Thank you.
миллионщик, чечка, миллионщик. Yeah.
гордой с тобой. Да-да, гордой с тобою напрочное. Thank you.
мертвых. Вы знаете, ваше превосходительство, он торгует мертвыми душами. Я бы чичиков тебя повесил, ей-богу, повесил. Ты, скотина, не правда ли прокурор? Не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Стыдно тебе, сам знаешь, у тебя нет лучшего друга, как я. Ваше превосходительство, просто если бы вы сказали, настрой скажи по совести, кто тебе дороже. Отец родной или Чичиков? Скажу Чичиков, ей-богу, Чичиков, 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 Чичиков!
Вот скажите, и я говорил машинисту, что нужно обязательно перекрывать все видео.